Проект НАТО под условным названием «Глаза в небе». Общее финансирование более 2 миллиардов евро. Цель к 2017 году – создать систему воздушного наблюдения на основе использования специального беспилотного аппарата Global Hawk. Эти беспилотные летательные аппараты могут находиться, например, на территории Латвии и наблюдать за территорией в нескольких десятках километров в соседней стране. Сейчас подготовлены 5 беспилотников, связать которые в единую систему между собой и с командным пунктом в Италии, а также с сетью пользователей в странах-участницах НАТО, призвано программное обеспечение, разработанное в Риге группой из примерно 10 высоколобых айтишников. В этом проекте наиболее сложным для нас было освоение бесчисленных стандартов и руководств, специально разработанных для натовских проектов, а также требования безопасности, когда нам пришлось сертифицировать предприятие и приспособить внутренние процедуры к этим требованиям. Зато теперь латвийские программисты прочно заняли свою нишу в системе натовских заказов. Но многим это еще предстоит. На данный момент только на систему обороны работают около 500 компаний Латвии. Начиная с очень крупных, нам всем очень хорошо знакомых, и заканчивая очень маленькими компаниями, которые работают в сфере услуг и так далее. Среди крупных предприятий, членов федерации, такие монстры, как ЛМТ, Латтелеком и Латвия,